такой ситуацией сочинцы столкнулись на днях. В городе возникли перебои с вывозом отходов с контейнерных площадок. Дело в том, что ЗСМ, перегрузочный пункт для транспортировки отходов на полигоны края, в течение 3 дней не работал. Поэтому основная часть мусора в центре и в Хосте оставалась на контейнерных площадках. Я хотел бы еще раз попросить всех граждан понять нас в том, что не все 100% зависит от администрации, часто много зависит еще и от частного бизнеса. Вот администрация, наше спецавтохозяйство, да, это собственность администрации, 100% акций в собственности администрации. А вот транспортные компании и завод ЗСМ – это уже частные компании. Поэтому с ними достаточно сложно договариваться и достаточно тяжело работать. Сейчас баки уже очищены, и ситуация с вывозом мусора полностью нормализована. Ну а чтобы такого не повторилось, отметили в мэрии, город подберет еще одну резервную площадку. Ну а о фактах переполненных контейнеров сочинцы могут сообщать по телефону горячей линии 264 04 44.